Мальчик, иди домой. Мне нужно быть с братом. Но ты не сделал ничего плохого. Просто ему не повезло, и он провалился под лед. Ганте, помоги! Я знаю, тебе было страшно, но зла ты не совершил. Помогать ты убежал, но в итоге вернулся и спас брата. Но тебе не вину. Сказал, что хочешь, чтобы меня не было. Ты ежедневно говорил маме, что хочешь, чтобы я умер. Поэтому ты столкнул меня в реку в тот день. Я звал на помощь, кричал, просил помочь мне, но ты убежал, ты оставил меня тонуть и убежал, ты ждал моей смерти каждый день, уверен, ты мечтал меня убить. Слушайте, послушайте все, он пытается убить своего старшего брата. Слушайте, люди! Люди, он хочет убить своего старшего брата! Слушайте все! Слушайте все! Он! Хочет убить своего старшего брата! Люди, он хочет убить своего старшего брата! Ты знаешь историю короля со своими мужчинами? Он хочет убить своего старшего брата! Послушайте! Послушайте! Слушайте все! Он хочет убить своего старшего брата! Это не так! Это неправда! Нет, Санте! Это не так! Почему ты спасла меня? Если бы я умер тогда, не жил бы как в аду.